Паризационная установка для изготовления пенобетона. Общий вид подключений. Турбосмеситель устанавливается по отношению к гироторному насосу следующим образом. Выгружаемая из него смесь попадает в бункер гироторного насоса через сетку фильтра. Особенно это актуально при работе на цементно-песчаных смесях, где возможны комки и крупные включения. Гироторный насос и паризатор соединяются растворным рукавом с быстросъемными соединениями типа комлок. Рукав выхода готового пенобетона из паризатора изготовлен из износостойкого полиуретана. К пеногенератору паризатора подключается воздушный шланг от компрессора. Соединение быстросъемное. Также к пеногенератору подсоединяется и шланг от дозирующей станции подачи раствора пенообразователя. Тоже на быстросъемах. Для подключения силовых и управляющих кабелей имеется центральный щит. Для питания паризатора используется силовой провод длиной 30 метров. Для дистанционного управления частотным преобразователем гироторного насоса предусмотрен кабель, тоже длиной 30 метров. К центральному щиту также подключается силовая линия гироторного насоса. Подключаются компрессор и насос дозирующей станции подачи раствора пенообразователя. Турбосмеситель имеет две линии подключения, силовую и кабель управления частотным преобразователем. Центральный щит имеет общий автоматический выключатель, плюс каждый частотный преобразователь тоже имеет свой автомат. Дозирующая станция подачи пенообразователя включает в себя высоконапорный насос, дозаторы и емкости. Большая емкость наполняется чистой водой, а в малой емкости находится пеноконцентрат. Дозатор способен обеспечивать концентрацию раствора пенообразователя до 4% включительно. Также можно работать и без дозатора. В этом случае пеноконцентрат разводится с водой в одной емкости и раствор пенообразователя подается насосом в пеногенератор паризатора. Паризационная установка работает от сети 220 вольт. Потребляемая мощность до 10 кВт. Диапазон производимых плотностей пенобетона 100 от 1600 кг на метр кубический. Производительность 6 кубометров в час.